Всем привет, с вами Абдикарим Ферлан. И как обычно в начале торговой недели мы обсуждаем актуальные новости, пытаемся нащупать будущие тренды и вообще просто обсуждаем, что интересного мы видим на этом фондовом рынке текущем. Начнем мы с собрания ФРС, которое было, в принципе, центральным событием последних нескольких недель. На этом фоне, кстати, индекс S&P уже за неделю до собрания ФРС перестал, можно сказать, расти и во время этого собрания. Ну, была, конечно, несомненно, волатильность, хотя надо сказать, что все-таки эта волатильность укладывается в рамки такой стандартной торговой волатильности нынешней, то есть это не было какой-то сильной коррекции, в то же время не было всплеска. На самом деле, то, что касается новостей, я бы выделил две новости. То есть первая новость – это, наконец, закончилась долгоиграющая сага Yahoo Verizon. То есть все-таки все, купили бизнес, интернет-бизнес Yahoo. Как говорят обозреватели, это уже конец целой эпохи в мире интернета. То есть не будет уже такого бренда, как Yahoo. То есть весь их рекламный интернет-бизнес теперь будет принадлежать Verizon, который объединит их с бизнесом America Online. В итоге выйдет новый бренд. Теперь вся капитализация Yahoo равна, по большей части, это 90% капитализации. Это доля Yahoo в Alibaba, и по сути их корреляция еще более усилилась. Теперь можно определять теоретически стоимость Yahoo, просто умножая текущую цену по Alibaba, умножаем ее, какой пакет держит Yahoo, и мы по сути получаем котировки, они практически идентичны. Следующая новость, которая нас, так скажем, заинтересовала, это Amazon, который купил компанию Whole Foods. Если не ошибаюсь, это ритейлер органических продуктов, и это еще один шаг в сторону традиционного ритейла. То есть было такое интересное выражение Марка Андерсона, который является, ну, основателем одного из известных хедж-фондов, у которого есть выражение, называется «Software eats everything». Ну, короче, суть там в том, что софт пожирает все, что он может пожирать, и вот, как бы, скажем так, логическим завершением этого тренда стало, что компания Amazon не только просто отжимала рынок у таких традиционных ритейлеров, но теперь уже дошло до того, что она выходит уже на их рынок, на их поле битвы, и это не сулит ничего хорошего для ритейлеров, ну, долгосрочно, да. На этом фоне, кстати, весь ритейл провалился. За день до этого он провалился на плохой отчетности сети Kroger, по-моему, да, называется. И, короче, весь сектор Consumer Staples на этом так нехило провалился. Хотя мы все-таки считаем, что это локальный характер имеет эта коррекция. Ну, Amazon также на этом фоне гэпнул вниз. Хотя, вот надо сказать, пятницу он часть этого гэпа уже отыграл. Следующим трендом прошедшей недели стал рост определенной геополитической напряженности в Сирии, которая особенно вот на выходных была заметна, но до этого также, да. Вообще тренд последнего месяца – это то, что, ну, немного повысился, скажем так, градус напряженности на Среднем, точнее, на Ближнем Востоке. Это вся ситуация с Катаром, это то, что буквально вот на выходных была новость, что Иран обстрелял в Сирии какой-то военный объект, потом американцы сбили какой-то самолет. Ну, то есть, в принципе, если перейти к сухим цифрам и к нашему рынку фондовому, то, по сути, это говорит о том, что у нефти есть лишние триггеры для роста после такого сильного падения. И второе – это то, что такие компании, как Boeing, растут на общем падении рынка, им вообще без разницы, что рынки падают, как бы, потому что у них есть свои очень сильные триггеры. И на этом фоне вообще весь сектор защитный, defense сектор и сектор аэрокосмической отрасли сильно прибавляет. Ну и вообще это, он может являться одним из выборов для такого, скажем так, среднерискового инвестора на ближайшие несколько недель, пока эта вся ситуация продолжает накаляться. Если же пытаться какие-то уловить ближайшие тренды, ближайшие недели, то, на наш взгляд, нам очень понравилось, как вырос сектор здравоохранения на прошлой неделе. Был пробит исторический, ну не исторический, но локальный максимум по ETF на этот сектор XLV, то есть многие бумаги прям очень активно растут, это Johnson & Johnson, это LLY, это Pfizer, и мы считаем, что этот тренд продолжится. Затем мы также выделяем банковский сектор и вообще финансовый сектор в целом. ETF на этот сектор XLF очень сильно себя показывает, и он прям встал на уровне, он консолидируется, и если будут определенные поводы и триггеры, на этой неделе мы можем увидеть дальнейший рост по этим бумагам. И, кстати, если немного отдалиться от секторов, а перейти вновь к рынкам, то интересно представляется ситуация, при которой два индекса обновили максимум, а один индекс нет. То есть это S&P,
ну, практически, да, сегодня он уже приближается к тому, чтобы протестировать максимум. Dow Jones уже давно обновил максимум, и только лишь NASDAQ находится в коррекции. Вообще, как бы эта ситуация, скажем так, локально не сулит ничего хорошего для рынков, так как это классическое расхождение в индексах является, скажем так, ранним оповещением для будущей коррекции, но, тем не менее, отдельные сектора все равно остаются интересными, и мы продолжаем их выделять. И мы не считаем эти, скажем так, локальные медвежьи сигналы к тому, чтобы распродавать портфели. Просто нужно быть немного осторожными, нужно постараться, наверное, в этот момент меньше инвестировать в бумаги, которые волатильнее до среднего, то есть это средняя малая капитализация. На мой взгляд, коррекция все-таки, да, скорее всего, будет. Как правило, после каждого собрания ФРС происходит коррекция. Не сразу это происходит, возможно, пройдет еще неделя быча. После чего мы скорректируемся, а уже после этой коррекции есть немало бумаг, которые уже на данный момент являются недооцененными и очень интересными. Например, Disney, бумага, в которой сформировалась бычья дивергенция. Disney мы считаем уже можем покупать. И что еще? Мы выделяем Electronic Arts на фоне конференции игровой, которая происходит. Также Apple. Вот очень интересно, что Apple уже падает, а тем не менее там уже начинает формироваться дивергенция на приближении к каналу восходящему к нижней границе. И ну, как бы, все идет к тому, что в ближайшее время бумага может начать расти. Пока я не знаю, на чем этот рост будет, но, скорее всего, какой-то новостной драйвер будет с рынком найден, и это произойдет, наверное, в ближайшие 2 недели. Ну, собственно говоря, на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что были с нами, и увидимся на следующей неделе. Обсудим, кстати, что из того, о чем говорили, реализовалось.